Перепись стала новой прививкой э, от ковида, процедура, в которой все видят или хотят видеть э, тайные заговоры, теории заговора, вред для человечества, ну и, собственно, все, что угодно. Мы на эту тему, естественно, писали и статьи, и Даша Слободчикова все подробно рассказывала в своем рил-токе, поэтому обязательно советую вам посмотреть, проинформироваться. Но со мной в студии ньюсмейкера сегодня Дарин лазавану глава отдела переписи из бюро статистики Молдовы. Здравствуйте. Ну и мы зададим вам вопросы непосредственно из социальных сетей, из наших комментариев комментаторов, в принципе таких критиков, которые постоянно появляются в социальном пространстве, да, на интернет-площадках. Ну и начнем с самого анекдотичного. Угу. Этот вопрос вызвал больше всего реакций. К чему вопрос о том, где вы были в ночь с 7 на 8 апреля? Почему именно эта дата? К этому вопросу присоединились внезапно даже доктора истории и профессиональные социологи. Да, я тоже заметил, что этот вопрос так стал такой таким популярным да, в, в, в интернет-пространстве и в комментариях. Хотя он, кстати, довольно -таки технический вопрос. И что нужно понимать, этот вопрос, то есть он обязательный, потому что все переписи населения имеют э, дату дереференции, то есть день переписи который считается исходный день переписи. И на этот раз, этот день и даже точное время, это 00 часов 8 апреля. И в процессе, чтобы было более понятно, или надо было спросить, где вы были в 00 часов до 8 апреля. Еще ну, более странным кажется. Да, этот тогда вот э, более дружно так, где вы были между ночь между 7 и 8 апрелем. Почему так? Это не то, что какая-то выдумка нашей переписи или что-то новое для переписи все переписи населения имеют эту дату переписи э, дата, которая э, к ней все сведения ведут, потому что перепись это ну если сравнить так да люди сейчас все пользуются картами да ну например и там Google Maps там и другие карты любые которые есть тоже на базе да какой-то снимка со спутника да вот то там тоже это указывается время, на секунду даже, угу. да, понятно, что это снимок сделан там 8 апреля, столько-то часов и столько-то минут и секунд. Это что значит? Что это, хотя он используется, потом и еще год-два пока обновляется. То же самое с переписью, то есть оно продлится 3 месяца практически, да, с 8 апреля по 7 июля, но весь пересчет идет по 7 на... июня. Как? Июня, по 7 июня. По 7 июля. А, июля. Да, официально по 7 июля. Три месяца. Ну, считается, что за два месяца, надеемся, что большая Опа. часть будет собрана. Последний месяц так, запасной больше. Но все равно это тоже важно, чтобы и было это время запасное. Но все вопросы ведут к этому исходному, то есть времени переписи которое э, считается 00 часов 8 апреля. Почему? Что это значит в практике? Это значит, что все, что было до 8 апреля, переписывается, а все, что после 8 апреля, даже если переписчик 20 июня там, или 10 апреля, да, родился новый человек, да, ребенок, он уже не считается в переписи, потому что так мы будем не можем иметь вот такую исходную дату на три месяца Ты это должно быть очень четко потому что это статистика в конце и конечно эта методология э, каждая страна может выбрать эту дату конечно она там как получится там много конечно э, нужно, чтобы не соответствовало с периодом выборов, чтобы было намного до или ну, после. Ну еще вот. дойдем. Но можно, нужно много таких, да. Почему-то дата и не позже. Мы бы, может, хотели бы позже. Еще подготовиться. но из-за ряда других, так сказать, э, технических аспектов, да, нужно было уже эту дату как можно быстрее определить и сделать такую, чтобы она соответствовала всем требованиям э, закона. Но в конце, то есть этот вопрос он не важный в самой сути, как не э, где человек именно был но от него идет логическая цепь связок с другими вопросами потому что э, определение идет следующее то есть это тоже методика переписи и вообще вот этот блок э, демографический блок он э, непонятный людям большей части потому что это такие вопросы вроде бы не повторяются вроде бы ничего не дают даже э, почему потому что они дают в процессе просто уже методологической обработки будет понятно кто кто является постоянные жители молдовы а кто является временными которые были переписаны да, на момент переписи находились в Молдове, они будут переписаны, но они попадут в другую категорию, что они не постоянные жители э, Республики Молдова. А сама методология, которую вы разрабатывали, она разрабатывалась конкретно нашей страной или что-то какие-то моменты были взаимствованы где-то в другом месте? Конечно, э, нельзя сказать, что это совсем новая методология или совсем новые вопросы, И прямо вот сейчас мы изобрели все это, э, были учтены предыдущие переписи, притом некоторые вопросы они еще с 19 века так и не не изменились, например, но, конечно, уже другие все идет разные э, прогрессы в переписях, но большей частью они соответствуют и вопросам 2004-2014 годов переписи, которым некоторые добавились, некоторые убавились. Методология, конечно, она э, была разработана как специалистами национального бюро статистики э, но также и посредством экспертов э, и национальных экспертов но и международных экспертов в переписях и э, еще даже эта обязанность молдова является членом оон да, и ряда других международных организаций э, также пытается присоединиться ко всем стандартам европейского союза и, конечно, были учтены и эти вот все аспекты, чтобы перепись соответствовала методике и вообще то есть проведению и вопросам, насколько можно... Оно не идентично, конечно, каждая страна имеет право там что-то добавить, что-то убавить, но есть некоторые обязательные вопросы, от которых никуда не деться, даже если бы мы хотели их, как сказать, убрать, то, но они обе обязательны по, по этим рекомендациям ООН. И поэтому эта перепись соответствует этим всем требованиям. То, что было вот эксперты, международные эксперты, кстати, от УНИФЭПИА, то есть от Международного фонда населения да, ООН, вот, и от других специализированных организаций ООН, они подтвердили. И, конечно, опыт проведения других стран, в том числе и постсоветских, но и Юго-Восточной Европы, который ближе к нам, вот, например, даже опыт Албании был и учтен довольно много, где-то Румынии, но он не соответствует полностью с нашим, например, где-то других стран, Эстонии, да, то есть разные такие примеры, но мы их постарались, конечно, как приспособить для Молдовы со своей спецификой, и в конце вот получился этот вопросник, который для некоторых кажется странным с этими Граждан. вопросами, но эти вопросы, они вот методологические. Еще нужно понять, что перепись — это не, не эта форма. То есть то, что это было просто, конечно, для консультации, чтобы люди знали вопросы. Вы какие. имеете в виду ту форму, которая гуляет по социальным сетям? Да, сейчас? Это не, это сейчас вообще перепись полностью на электронном формате, на планшетах. Это значит вообще совсем другая логика вот этих вопросов. И вот здесь даже если даже здесь присмотреться даже э, те, которые комментируют или так, они не э, наверное не уделили внимания, что здесь, например, если вы были вот ночь между седьмым и восьмым, если да, то пере э, переходит на седьмой вопрос, если нет, на восемнадцатый вопрос, то есть перескакивает через ряд, ряд вопросов. Угу. Они, то есть не все будут заданы всем, то есть эти все вопросы, которые здесь, они будут э, просто уже по логике и поскольку это электронная версия они сразу то есть появятся другие вопросы которые здесь э, то, то есть показывается там э, в реальности да они не будут показаны, не, даже, придет, не придется на них отвечать даже не будут да да потому что э, здесь они предусмотрены для всех категорий для всех вариантов а вариантов как вы понимаете это десятки тысяч комбинаций могут быть и конечно нужно было учесть всех их даже которые такие исключительные да, то есть большинство где то да, где то они идут по такой классической форме но бывают разные случаи чтобы это случай поскольку перепись хочет познать узнать и все реалии. и мы вот в пробной переписи потом очень много было тестирования Именно по таким исключительным, да, Вот вариантом. как раз о, о познании всей информации Дору Петруца, гендиректор компании ИМА занимающийся социологическими исследованиями, считает, что эта информация просто-напросто не имеет научной ценности и не говорит ничего существенного о населении. В связи с чем вопрос? Все-таки, по-вашему, имеет? Если да, то какую именно? Вот самая важная ее научная ценность. Ну, научная ценность она сама по собой, то есть потому что. <coughs> э, вообще даже вопросники, они были проконсультированы более двух э, лет, э, как с э, национальными экспертами, с э, академическим кругом, то есть и университетами, институтами, э, научными институтами. Здесь, в Молдове. Да, в Молдове, конечно, да, э, правительственными и неправительственными организациями. Все министерства, да, тоже дали свои оценки, там, рекомендации. Э, разные организации, ассоциации, это, это и и этнических э, общин это и, и ассоциации то есть по разным профессиональным направлениям э, то есть все они кто были заинтересованы конечно пришли с разными э, рекомендациями и в принципе э, перепись то есть не, ничего я говорю здесь радикального или какого то особенного по сравнению даже с другими странами нету но данные конечно будут очень востребованы в академическом круге, и научная ценность, она сама собой идет от того, не только количество, да, то, что тоже одна из главных целей, узнать, сколько нас, ну, и на самом таком детальном уровне, что позволит вот эта перепись впервые, то есть вообще узнать на каждом секторе, там, но больше интересует, конечно, населенные пункты, по районам и вот и по всей стране. Но также и вот эти вопросы такие, так сказать, немножко, э, которые вызывают недоумение, они большей частью были именно методологически обоснованы, чтобы узнать, сколько до сих пор это не было настолько четко, сколько людей действительно проживают постоянно в Республику Молдова. Мы знаем, что у нас довольно большой такой миграционный, да, ток, и временной миграции, и постоянной миграции. И вот э, узнать и немножко отфильтровать, кто именно абсолют, постоянные жители Молдовы, а кто временно там находится три месяца в Молдове, там, да, остальные там за границей. Э, вот из этого этот демографический блок. А если говорить уже о остальных там э, данных, то они классические, это этнокультурные характеристики, которые я говорю не поменялись... Ну, с, мы к этому дойдем еще. Года, Значит, тогда, это да, еще там целый образование, список там экономика, то есть они все дадут свои, так сказать, данные. И еще очень важно подметить, вот для научных целей, но не только для научных, для вообще э, перепись должна, конечно, быть, иметь э, последственность. То есть мы не можем даже какие-то, совсем ее сейчас делать по-другому, чем в 2014 э, 84 -го, 89 -го, потому что мы должны иметь сравнение э, в, во временном пространстве, промежутке. Это нам очень много дает. И мы знаем, 10. разные графики это пойдут. Вот так было в 79-м, вот потом так было в 2004-м. Вот Рост, спад, тенденция. Да, 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 Короче, говоря, это очень тенденции. важно. Особенно для любого населенного пункта мы можем проследить, ну вот начиная, так сказать, с первой переписи но полномасштабная перепись, которая провелась на нашей территории, это перепись Российской империи с арабской губернией 1897 года. К сожалению, там э, детальные данные потерялись, или не, их не так и не могут найти, которые на уровне вот, всех, но общие данные какие-то и даже региональные там есть, и они тоже можно сделать сравнение там, и по, по эволюции Кишинева, например, там, по разным показателям. В Ютубе мнение пользователя под никнеймом UserPJ1LR и еще целый набор букв. Государство и так знает все о каждом человеке, который проживает на территории Молдовы. Вопрос. Почему данные нельзя было просто собрать в обычных госреестрах? Вот э, вопрос логический, конечно. И нужно сказать, что некоторые страны перешли на такую форму но молдова никак еще не готова и никак еще не знает потому что эти страны которые перешли уже вот даже в онлайн переписи проводят там, да, и регистр данных они собирают данные вот и э, по всему населению для этого нужен чтобы был, был составлен регистр населения у него у нас нет его и учитывая что предыдущие переписи ну так скажем не совсем идеальные да, были мы оттуда тоже можем, конечно, подправить, иметь данные, но поэтому очень большое старание, чтобы эта перепись была максимально качественной и обхватала все и, и жилища, и население, чтобы вот, возможно, через 10 лет уже перейти вот в эту форму, которую мы сможем уже определить, вот и дальше уже от начального пункта вот этого 2024 двадцать 8 апреля пойти вот по всем вот, э, данным, которые по изменениям и кто знает уже через 10 лет если проведется тоже еще классическая перепись или уже будут другие технологии, Ты которые чем? позволят. Но пока что нет у нас, потому что вот даже такой пример, простой, скажем, вот, перепись населения и жилищ. Очень многие не понимают это тоже и почему-то думают, что только население, причем здесь жилища, нет, жилища. Ну, это касательно жилища. Да. А кадастр? А кадастр не имеет полный, потому что кадастр имеет то, что они зарегистрировали. А перепись населения, уже даже наша база данных для подготовки переписи, она намного обширнее, чем кадастр, потому что перепись не интересует совсем Легальные данные, там эта постройка была узаконена, не узаконена, там имеет она регистрацию, не имеет там. Э, нас интересуют фактические фактически. Фактически данные. И мы знаем, что есть кто-то живет вообще даже в лесу, там э, где-то кто-то построил там дом не по плану, и так он нигде не, не фигурирует. Э, то есть в кадастре там они, у них есть своя база данных. Они, конечно, мы учли всю эту базу данных, они помогли нам. Это исходно тоже как э, начальный шаг очень важный да и и по картам и все так далее но перепись имеет другой принцип. то есть про перепись это констатация реальности а остальные вот э, организации так они имеют четко свои э, так сказать специализацию да и занимаются например если это э, вот этот э, ну АСП, да вот э, которые документированием населения, да, то оно не соответствует то, что хочет, что мы можем найти в переписи, потому что по прописке это не соответствует реальности далеко даже, да, мы знаем. Ну, у кого-то, много... условно, прописка в Гладянах, а живет он да, в Кишиневе. Да, очень И многие живут в Кишиневе, прописка, ну, я сам при такой пример, да, например, в селах там или вообще в другом, других местах, да, прописка не имеет особого значения, но она имеет значение где, кто-то скажет электоральный, там это все понятно. Там, да, там эти списки, они базируются по прописке. И ты можешь голосовать только там в своем населенном пункте. Uh -huh. Да, и что выходит? Там ищут тебя даже и налоговая, там тебя ищут, потому что там тебя прописка. А де-факто это никак не, не соответствует. А нас интересует ситуация де-факто, в том числе это не перепись граждан даже. Многие думают, что ну вот население Молдовы, да, граждан. У нас есть много граждан других стран или лиц вообще без гражданства. Они все объект переписи населения. Все, кто находится в Молдове, на данный момент они должны быть переписываться. И по этим вопросам нам будет понятно. У нас столько-то э, людей, которые с гражданства Молдовы, как, какие-то с другими гражданствами, кто-то вообще без гражданства не захотел никакой брать. Есть и такие примеры, и даже без документов. А перепись Но это уже нужно переписать. Конечно, да. Перепись хочет узнать реальность для того, чтобы э, от, от слова же знания знать э, уже можно и дальше что-то предпринимать. Если не знаешь и ты не, не уверен в чем-то, конечно, и решения будут ошибочные, потому что ты подумаешь теоретически, ну можно вот так. Мы думаем, что вот это, это столько людей. А, оказывается, никак... Ну никак. и в конечном итоге этого не будет никакого и особого И тогда смысла. будут очень большие ошибки даже в государственной политике, в, в развитии инфраструктуры, там, да, и в других деталях, которые государство, и не только государство, но неправительственные организации, и вообще общество да, должно знать, и этнические общины, и религиозные общины хотят узнать свои, там, так сказать, особенности, и перепись это предоставить, потому что иначе не могут каждая какая-то организация или какой-то по своей части проводить такой обширный процесс и дорогостоящий, да, вот как перепись. Ни, Кстати, никто вот не осилит вот, вот это. Об Поэтому... этом. Вот э, очередное отмывание денег считает э, еще один безымянный э, юзер в YouTube. И следующий вопрос, естественно, связан с тем, почему так дорого. Ну, как сказать, ну, если сравнить даже. С другими странами это не, не то, что там дорого или недорого. Конечно, у нас просто население не так много, убыль населения, да, если поделить там на количество человек, выйдет немножко дороже, чем какая-то страна больше, там, а все равно там эти расходы, например, то, что нужно обеспечить, да, вот э, э, этими технологическими, да, э, решениями, да, там, что нужно обеспечить вот... Э, ну платформой да, для переписи вот этого вся э, система э, то есть конечно она сейчас это тоже стоит э, денег И вот идет экономия что не будут печататься листы скажем с одной стороны но с другой стороны идет расходы на покупку, вот э, э, планшет? по, покупку планшетов которые ну э, также была э, часть из э, расходов э, на себя вот, э, взяли и международные организации, как Европейский союз, как ООН через международные фонды э, населения, да, через фонд ООН по, по населению, да, и даже другие организации, э, такие международные, которые обеспечили вот часть этих расходов. Ну и, конечно, не может и бюджет Молдовы просто получить это все до фондов и ничего не, не вложить в этом, поэтому тоже есть, и они предусмотрены. Но, с другой стороны, надо понимать, что перепись – это обязательное. Не то, что для… Вот как она обязательна для каждого жителя Молдовы, так выходит и обязательство для каждой страны. Ну, вот, например, как житель – это Молдовы, а Молдова – это тоже э, часть член, мира. член ООН. Да? И тогда вот, э, э, если не проведет перепись, при том оно имеет очень четкие Правило, оно должно быть каждые 10 лет, не позже. И поэтому это последний шанс, последний год, чтобы мы смогли провести перец 2004, 2014 и 2020. 2024. А вот почему это важно? Были вопросы, что ну если что не успеем в 2025, все, мы уже будем это войти в... Э, будут для нас большие проблемы для Молдовы вот на таком международном уровне, что обязательства не было выполнено. Поэтому... 2024 здесь, ну, разве что какие-то катаклизмы такие, дай бог, не, не, не случились, да, вот хотя их в последнее время столько, но поскольку вот мобилизация произошла, и мы должны провести эту перепись. Это не зависит от нынешнего правительства, какое правительство было, какая Молдова была бы, даже если какая страна бы была, да. То есть все страны мира должны соответствовать этому показателю. Это тоже, кстати, один из показателей э, успешности, да и э, серьезности и развития стран, потому что не проводят переписи какие страны? Только самые такие, которые не везут, страны мира, как Афганистан, там, Сомали, да, Йемен, где постоянные войны, нестабильность. Но мы понимаем, что они в рейтинге везде в самом конце. А вот э, Молдова посредством этого она себе тоже может обеспечивать себя довольно такой хороший рейтинг, который тоже считается с этим, знаете, даже инвесторы, даже это, это показывает стабильность. И вот даже дам пример, вот видите, всегда в стабильное время переписи про провелись. С 1897-й, да, еще Российская империя была, и не был, почему не было, потом, потому что начались революции, вот Первая мировая война, да, и понятно, вот переписи не было. 30-й год межвоенный, да, такой тоже стабильный немножко время. Опять вторая война, опять не было последствий, была подготовлена, перепись 1940 -го года, да, но, к сожалению, да, начались совсем другие вот процессы. И потом опять вот стабильный период Советского Союза, 59-й, 70-й, 79-й и 89-й. Видим, что они каждые 10 лет э, без никаких проблем провелись. Опять 90-е нестабильные, не смогли, Советского не, Союза, не смогли проблемы. в 99 м да, было предусмотрено, не было средств, не было немножко так организованности. Ну вот э, очнулись уже в 2004 более стабильном периоде, да, и это э, возвратились к нормальности, то есть, как сказать, и это показатель для каждой страны. Если мы посмотрим по каждым странам, увидим, то какие-то страны, такие как там, Норвегия там, или Исландия, у них все четко идет. Короче, каких... перепись это что-то нормальное. А, дальше. Вопрос есть. А, инвентаризация Молдова. А, коммунисты, партия коммунистов пишет, да, что к чему... БСЕ мероприятие накануне президентских и парламентских выборов. А вот зачем, разъясняет нам один из хозяев Молдовы, посол Европейского Союза Янис Маджейкс, который считает, что перепись представляет собой важнейшую статистическую операцию в Молдове, которую ЕС поддерживает. Отсюда вопрос. Перепись совпала с президентскими выборами и референдумом. Заговор. Совпадение на ваш выбор. Тут уже и партия коммунистов увидела заговор, и не только. В принципе, еще очень много комментаторов на эту тему. Что ну, вы об этом думаете? Я думаю, что если была бы у власти партия коммунистов, да, как была в 2004 году, и, кстати, они сами, да, настояли, да, и провели вот перепись, чтобы она была Молдова возвращена в нормальность, то то же самое бы случилось, то есть не было бы разницы, если была бы другая партия у власти, и если была Молдова бы членом, ну и как и есть и СНГ там или других организаций, все равно. это входит э, то же самое в, обе, в обязанность то сГ это да, если вот скажем э, другие партии да, симпатизирую его вот друг другой части там но сору стороны язык государства имеет тоже комитет. Э, Содружество по переписи, которое обменяется и которое тоже э, постоянно, то есть и приветствует. И кстати, даже мы получили поздравления и приветствия от комитета СНГ по переписям, что очень хорошо, поздравляем. Очень важно, что вы делаете и посредственно. То есть это что значит, что оно не обязательно то есть, связано с Европейским Союзом, с каким-то хазинским союз, да? союзом. Mm -hmm. Да, понятно, что европейские союзы. Э, приоритетные отношения и конечно еще э, вот есть поддержка со, со, со стороны и, и тем более конечно мы можем и соответствуем больше в сравнении с, с остальными европейскими странами и здесь ничего странного тоже нету как сказать это не, не то что что то мы сотрудничаем, сотрудничество тоже может быть и с азиатскими странами даже мы перенимаем опыт у разных Ы, других стран, которые вот есть сотрудничество с Индией, даже по переписи, даже помощь со стороны Индии. Э, то есть это все они приветствуют. И если бы она была из другой стороны... То есть не по заказу какой-то определенной. Нет, страны, это, это, все это, это не может быть, потому что э, любой правительство, если хотела бы показать свою серьезность, она все равно бы провела эту перепись. Если бы не провела, значит что-то не порядке, не контролирует ситуацию, нестабильность или вот что-то не, не так идет потому что иначе все бы стремились иметь это. А с выборами э, совпадение даже не в нашу пользу. То есть мы э, наоборот, поп попытались наоборот между лавировать между этим, потому что по закону мы не должны совпадать. Вот есть это промежутки времени, мы не должны быть перед выборами э, или сразу после выборов. То есть есть вот такие э, правила. И поэтому и э, получилась эта дата, чтобы она никак не, 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 не улаживалась на какие-то. То есть выборы. найти себе свободную ячейку в, вот в это время, в этом году. А до этого были же местные выборы, да. Мы тоже не могли, потому что э, были те выборы и идут другие выборы. Ну что поделать? Выборы постоянные разного уровня. И но, э, перепись раз в 10 лет. А поэтому вот тут как не раз можем их. Э, Переждать все выборы, найти какой-то год идеальный, как и, когда не будет никаких выборов. А вот тут, как раз, Мария Лаблюк 253 пишет, что Санду, то бишь, президент, хочет поскорее записать личные данные живых граждан и по этому списку сфальсифицировать выборы, чтобы не попасться, как Байден, на мертвецов то есть мертвые души. Э -э можно ли посредством переписи сфальсифицировать выборы? Ну, оно никак не связано, потому что у электорального э, бюро, да, как на как комиссии, да, э, у них есть свои базы данных по выборам, да. Ну, вы можете и, добавить кого-то в список. Ну и что-то даст. Там там больше и выборы, очень большая разница, если мы даже сейчас посмотрим и мы видим даже реальное влияние на выборах. Выборы относятся к кому, к гражданам Республики Молдова. А у нас, то есть, а, а перепись с этим не совсем соответствует, потому что перепись это население Республики Молдова, которое является на территории Республики Молдова. А выборы это любой гражданин Молдовы, который живет в любом конце мира. И поэтому э, мы не можем даже их учитывать, а их больше, чем бы мы нашли в Молдове. И, как мы знаем, эта цифра тоже нужно еще никто точную цифру не даст, но мы знаем, что э, огромный процент наших граждан э, сейчас живут за рубежом большей части. Да, и это э, за рубежом, это когда, было, когда то было много в России, там стало намного меньше, но э, все больше это в Европейские страны и даже другие страны мира, да, как США, Канада, там и, и даже новые страны, где переселяются наши люди для работы или так далее. Но европейские страны, мы знаем уже, что довольно большие общины там, и в Италии, и в Великобритании тенденция. Да, Франция, растет. Германия. Германия. В Германии, Франция везде. И то есть а мы их не обхватываем. То есть это, огромный ресурс, который он относится только вот к этой процедуре, выбор к электоральному процессу. А, а, у нас наоборот, то есть мы, мы хотим узнать, вот, например, у нас новое явление, что Э, есть такое существенное э, количество людей из э, другой страны, да, именно Украины, из-за э, всего трагического про, там, что происходит, да, люди Молдовы, то есть, но они живут уже более года здесь, значит, они будут э, обхватаны нашей переписью, но они к выборам отношений то не имеют никакого, то есть они не будут голосовать за кого-то, потому что не имеют этого э, права. Поэтому прямой какой-то, если кто-то подумает и поймет, административные данные вот в этом случае, они больше будут учитываться, потому что это речь о граждан Молдовы, которые получили, и при том не о всех граждан, а те, которым исполнилось 18 лет. Да? А опять перепись нас этого никак не интересует. Человеку месяц или сто лет, или то есть, и, поэтому это другие категории населения. В принципе, а нам интересно учитывать э, все население. И, конечно, там дети это, к выборам не относятся, а, притом они не были учтены прошлой переписью 10 лет назад. Да, сейчас будут учитываться и будут, будет видна вот, и динамика, и тенденции какие. А, мы с вами говорили о помощи финансировании, да, о переписи населения и о том, кто именно. Эту помощь оказывал. И вот этот же вопрос, немножко в другом формате, интересует Анатолия Малкова. Угу. Удивляет, пишет он, ваша мысль о том, что анкета эта разработана в Молдове. Как, впрочем, и то, что персональные данные переписи населения не будут, в кавычках, переданы третьим лицам. Как много людей наивно уверены в безвозмездности финансирования ЕС и ЮНФПА. Э, бесплатный сыр только в мышеловке. Отсюда вопрос. Персональные данные. Как их будут защищать и передадут ли кому-то? На этот счет очень много вариантов кому. Ну, даже СНГ, вот тут говорите, есть. Ну, в первую очередь, это куча законов по конфиденциальности данных. И Национальное бюро статистики, наверное, одно из самых таких защищенных учреждений, которое вообще не передает по закону. То есть закон обязывает не передавать Данные никому абсолютно, даже по каким-то требованиям и никаким правительственным учреждениям. То есть это все используют только в статистических э, целях. И это тоже не, не то, что о Молдове. Это любая страна имеет так, такие же законы и такие же э, учреждения, которые... С другой стороны, то есть персональные эти данные, ну... Понятно, озабоченность людей, что есть и мошенники, да, есть и разные. Но мошенников это, наверное, больше интересует данные банковской карточки, там, да, и, и ПИН-код, и CVV, которые они могут у наивных людей намного легче получить, да, вот разными способами уже ухищренными И еще даже другой вопрос но есть такое, конечно, опасение. В принципе-то все вопросы и все ответы, они только на базе свободного, свободной декларации людей. То есть документы не проверяются, и переписчики не имеют права даже проверять. Да, они просто констатируют декларацию человека. То, что у него образование, может быть и ну, документы не требуются или там что э, ну, что он крещенный там и нужно нам посмотреть если действительно он э, если он православный что он действительно крещенный там нет как себя человек считает вот или там национальность что была в этих свидетельствах о рождениях или написано нет тоже это не интересует нас. Нас интересует э, свободно. С одним исключением, конечно, и здесь люди немножко озабочены, потому что и ДНП, да, то есть он э, требуется. Притом не надо это, не, не требуется показывать документ там, чтобы переписчик проверил там что-то. Нет, просто должен э, э, население э, сказать эти 13 цифр, для чего. Это просто для э, проверки, что действительно такой человек существует вообще, потому что могут быть выдуманные данные. Да? Может человек 5 лет вообще в Молдове не был, и он не является объектом переписи. Нам не нужны дополнительные там, люди какие-то, граждане, которые в Молдове практически не, не живут. И еще тоже э, вопрос, если человек даже будет переписан 2-3 раза там и семья его, а он и студент там и в общежитии тоже будет сам переписываться, ну и тогда мы исключим вот эту дублированность. Но даже здесь для особенно настороженных людей, которые видят в чем-то, то есть компромиссный вариант, что могут только последние четыре цифры, да, сказать, с которым ничего они не, не, не говорят, да, но это просто для того, чтобы узнать, чтобы не было дублированности, чтобы был этот человек реальный. И с другой стороны, если подумать сейчас э, при заполнении любой заявки там, какой то э, карточки в магазине там, или на другого, любой CV, там, резюме где ты даешь или что то да, ну например для, для работы там э, прикладывается копия болеети о дидентитате. то есть э, для этого не нужно перепись провести чтобы узнать какие то данные тем более что они в разных регистрах действительно то есть если кто то хотел бы их то есть столько то организаций которые можно просто оттуда эти данные взять по каждому и мы знаем да, в госрегистрах э, и для этого вообще переписня не, не нужна была чтобы нам узнать какие то данные кого то там, э, кто хочет знать э, есть другие учреждения они знают и и узнают, Будут, и вот? узнают да, намного больше чем, чем это будет переписи Даст какие-то им информации. А вот и небезызвестный пользователь Илон Шор с вами не согласится. Угу. Читаю: очевидно, что идет сбор личных данных. Ведь спрашивать номер телефона они точно не имеют права. Зачем в анкете номер телефона и в чем тогда анонимизация? Да, номер телефона вообще не обязанный. То есть не обязательный. То есть человек, если хочет. То есть его спрашивают, если хотите, можете сказать ваш номер телефона, при том любой, домашний, мобильный, не имеет значения. И э, в чем смысл этого? В том, что э, будет проверка качества и э, после переписи есть после такая проверка. И частично она будет провестись по телефону, чтобы опять не беспокоить людей дома. Будут даже некоторые сектора перепроверены. Я То есть это буду... по такой системе, что вот как ты звонишь в банк, тебе потом перезванивают и предлагают оценить качество обслуживания из ну этой и, серии? И это вот будет, есть не, несколько параметров там. Да, даже будут, может быть, вопросы. Это будет выборочно. Это не значит, что кто-то сейчас будет эти телефоны все взять и звонить, звонить по всей Молдове. Нет, будет выборочно, какие-то и увидеть, соответствовать но в чем будет выборочность? В том, что даже если где-то данные нам немножко сомнительные, да, или видишь, что переписчик может не самый такой э, добросовестный был, э, и возникают какие-то вопросы немножко, почему вот какие-то данные они немножко не, не очень улаживаются в логике, и вот тогда можно посмотреть по этому сектору. Ну, у кого телефон там есть? Не у всех будет, конечно, дан и могут позвонить, думаю, человек спросить, вы действительно вот э, такой-то национальный себя объявили, или вот э, действительно переписчик вам был вообще, то есть перепись провел? Если человек, то а, все в порядке тогда, то есть как он вел себя, то есть и качество то есть для внутренней вот этого. проверки, это в случае просто чего для внутренних... постпереписной проверки, а потом они ни к чему не, поэтому здесь тоже данные настолько легко от э, телефонных операторов то есть даже по запросам мы знаем, что если какое-то серьезное учреждение запросит эти данные, да, сейчас только то законах, которые они могут предоставить, да, э, данные телефонов да, вот, людей. Притом знаем, что стационарные телефоны, мы помним еще с советских времен, это можно любой был заглянуть. Были телефонные книжки по всем селам, какое фамилия, имя, отчество, какой человек, какой дом и адрес там. То есть они совсем... То есть тогда-то были личные данные? Нет, никто даже не думал это. Наоборот, это было важно, что а, вот я ищу такого-то человека, но не знаю сейчас, как его могу найти. Даже на другой конец там, Советского Союза, Владивосток, можно было заглянуть и найти телефон и позвонить. То есть это же не было ничего конфиденциального. Но тем более сейчас, когда эпоха, и тем более мобильные телефоны, которые часть из них вообще не, не, не зарегистрированы, да, это... Карточки PrePay, которые человек сейчас имеет, завтра, завтра поменял, то есть ни к чему не обязывает. И, кстати, вот скептицизм я даже с телефоном в пробной переписи, в прошлой переписи даже не заметил. Люди здесь не, почти никто не видел здесь что-то. Кто прямо не захотел, ну можно не скажу. Да, можно, не скажите. А остальные никто не возмущался. Даже на, наоборот сказали, да, пишите там, вот какой хотите. Вот здесь я не видел даже никаких там реакции в обществе каких-то чтобы люди это людей это беспокоило потому что ну, в принципе это не личные данные даже это просто для проверочной вот после переписи инструмент потому что наш оператор нас не так то много чтобы они могли вот, и, и, и при том я говорю, может, какие-то секторы, вот как что-то там будет Где -то у нас не подозрение. Будет. И uh -huh. надо будет проверить, в том числе удостовериться. А может переписчик там действительно что-то не, не, недоброкачественно сделал, и тогда это неправильно будет для нас, потому что мы хотим э, качественные, качественные данные и правильные данные. Они... А, а вот, кстати, о данных, опять же, но уже немного о других. Несколько недель переживает депутат партии социалистов Богдан Сырди, прошу прощения, Богдан Цирди, использует ли перепись для передачи налоговой службе. Ну, условно, дальше могут последовать большие проблемы с имуществом. Ну, а а как оно? Но оно никак не связано, потому что в переписи не спрашивается ни, то есть, какие-то данные об имуществе, прямо как, это, чья собственность ваша жены внука там дедушки неважно там просто это частная собственность государственная там, или какая то другая коллективная да. э, то есть это ничего не дает да практически это просто для общих данных Но потом вот как убедить потом человека, спрашивается да дом э, какие стены какая крыша там, и сколько там комнат ну это тоже э, как мы знаем э, кадастр имеет намного больше данных и вообще он их постоянно вот комплектует да и обновляет и может проверить и, если захотят вообще какой-то штраф наложить или знаем и столько организаций которые налоговые то есть у них механизмы у них у, у полномочия другие чем национальный бюро статистики не имеет такие полномочия вообще чтобы а передать эти данные то есть им они будут бесполезны потому что там нету существенных таких, нету ни ценностей этих, да, Но что в, там в это даст. Что... Зачем тогда людям знать, переписчикам, зачем знать, из чего сделаны стены, крыша и сколько комнат в квартире? Этот вопрос волнует некоторых скептиков, которые будут или не будут участвовать в переписи. Потому что это идет к вопросу о благосостоянии населения и жилищ. И вот, например, стена, да, или там э, есть только то ситуации, да, вот наводнения, там землетрясения, да, есть вот программы по утеплению, да, вот экономии э, энергетики, да, там э, э, энергоресурсов, э, и поэтому это даст какой-то вот общие такое э, данные, да, по стране понимать вот какое состояние вообще зданий у нас, сколько из из них бетонных, сколько там из глины, которые, вот мы знаем при наводнениях там некоторые села пострадали особенно из-за чего? Из-за того, что все рушились, потому что это глиное, понятно. А если было бы, если каменное, то нам понятно, что там это будет по-другому, да, себя вести там или землетрясение, если будет. Вот, а крыша, например, то же самое, то есть никто не знает, таких данных нету вообще, то есть. А это довольно важно вот для, для дальнейшей политики, узнать, например, такой материал, как шифер, да, который, включая в себе асбест, э, канцерогенные материалы уже известно, доказано и так далее. В Из него стран мира, половина советских зданий тоже нам известно. большинстве стран мира запрещенный материал и везде стараются. Я даже в Великобритании видел, даже и там шифер, знаете. То есть нигде там штрафы не наложили, никто там это не принудили, но наоборот Э, старались как, какими-то вот по, политикой там, э, помощи, да, чтобы люди перешли на более какие-то экологические да, и более даже современные э, э, типы материалов. А чтобы знать, какой бюджет для этого нам нужен да, по всей стране, а в том числе это важно по всему населенному пункту, да, по всем населенным пунктам, то никто не даст ответ. Это же не будет перепись вести сейчас отдельный какой-то для крыши при Марии, чтобы... А это вопрос раньше или позже он, он будет. Не, не через год, через пять лет он возникнет. И если у нас уже данные будут, мы будем подготовлены и даже сможем получить какую-то э, даже и помощь из с других организаций, международных да, организаций, но и бюджет сможет как-то вот э, здесь предусмотреть, что ну нужно что то сделать нужно помочь людям чтобы они обновили э, свои здания вот, и, и так далее вот, как, как и в других странах происходит потому что это для развития общая площадь то же самое она будет делиться на жителей там есть разные показатели вот, сколько, э, как, как это э, происходит и какое благоустройство у людей если есть горячая вода если есть туалет э, в доме, там, да, вот, например, сливной да, туалет там, или э, ванная, там, душ. Это просто такие, чтобы знать уровень благосостояния. И он, кстати, очень важный, потому что он даст показатели. И Молдова вследствие этого войдет в разные рейтинги стран. Где там, э, если все не скажут или скажут ошибочно, что нету, не знаю, мы спустимся, как страны... Африки, Южные Сахары, где таким А если у нас будет то, что у нас все-таки стремление к развитию. Большинство есть, то Молдова вот и в этом показывает. Так как, например, Молдова почему в разных рейтингах еще держится не в хвосте? Почему? Потому что уровень образования. Вот это тоже через переписи, да, знаем, сколько людей, даже грамотность, да, вот это нас поднимает, дам там в разных рейтингах. Ну, условно говоря, вы имеете в виду, что когда мы заходим в интернет, мы говорим о том, что в, там, в Молдове там, самые, условно говоря, там в какой-то среде не, не очень грамотные люди. Но это по данным, которые получили международные организации э, раньше. Да, Сейчас конечно. оно могло вырасти, и Молдова может уже стать там, не 147-й страной по какому-то направлению, ну, да, а да, да. 100-й, а например. Все, все эти вопросы входят в этом. И это не то, что просто ради так рейтинг, хотя это тоже радует, когда, знаете, такие новости появляются, ой, Молдова там поднялась каком-то там рейтинге в чем-то там что, ну, это конечно тоже дает, знаете, психологически даже энтузиазм людям, что вот не так-то плохо у нас. Но с другой стороны, главная цель это узнать и при том предпринимать, чтобы улучшить, вот. Что mm -hmm. можно сделать, чтобы было еще лучше? Где покрыть нужно, да, вот недостатки? И э как это сделать? Я, кстати, хочу напомнить тем зрителям и читателям NewsMaker, которые только что подключились, что со мной в студии Ньюсмейкер сейчас находится Дарин Лазовану, глава отдела переписи из бюро статистики Молдовы. Спасибо вам большое, и мы продолжаем с вами наш список вопросов. Следующий, он положительный, потому что есть люди, которые не только не хотят, но и хотят участвовать в переписи, но не могут. Вот девушка пишет, просит, как спрашивает, как переписаться жителям из Приднестровья. У нас были и вопросы вот такого характера, в прошлой переписи их вообще не учитывали, этих людей. Что вы можете на это сказать? Да, вопрос очень интересный, важный и болезненный. И что могу сказать, то, что, э, к сожалению, даже двух, с, последняя перепись, которая включала всю Молдову, это была еще советская Молдова 1989 -го года. До? Друг, да, 2004-2014. До того самого момента. Э, Молдова провела переписи на подконтрольной территории, конечно, э, но... В 2004 -м и 2014, -м хотя была вот какая-то синхронизация. Я бы не сказал, что сотрудничество, к сожалению, какого-то особенного сотрудничества нету. Хотя бы здесь интересы, я думаю, было бы больше общих интересов, чем э, каких-то противоречий, чтобы была перепись для всех понятная и для левобережья. Но тогда хоть и была и совсем отдельная перепись, неподконтрольная Молдова, но проведена органами да, самопровозглашенной Приднестровье. Сейчас, к сожалению, даже этого нету. То есть там не предусмотрена перепись. Я пытался узнать, спросить там даже через разных коллег, знакомых. Нет, из-за трудностей вообще и других сейчас проблем там не было учитано. А с другой стороны, вот Молдова, конечно, бы хотела провести там перепись, но... Национальное бюро статистика – это не исключение от э, всех остальных учреждений Молдовы, которые не контролируют практически ситуацию в Левобережье, да, в Приднестровском э, участке. Э, поэтому мы никак не можем, потому что нет доступа. И даже, да, мы, скажу еще более конкретный пример, э, в остальном более-менее понятно, какие села подчиняются да, практически молдавскими властями, которые не под администрацией да, фактически Молдовы. Но есть вот такой сложный случай. Это, это село Коржево, Примария Коржево, Дубасавского района, который включает село Коржево и Махала, которое имеет молдавскую Примарию, но практически территория не подконтрольна Молдовы. Да, это часть по по э, законодательству самопровозглашенной ПМР, вообще это часть города Дубасары. Ну вот там мы имели очень активную дискуссию, и примария Коржева очень сильно хотела провести перепись. Мы согласны тоже и поддержали эту инициативу, потому что очень рады, что местные власти вот, переживают это. Но, тем не менее, мы как сказать, и безопасность и здоровье, и да, и вообще э, переписчиков важнее, чем сама перепись. И мы попытались, вот э, обратились даже через все возможные механизмы, да, через э, это, э, комиссию, да, общую, да, э, и через э, э, бюро реинтеграции Молдовы, через правительство, э, даже было обращение на, э, через эти органы к властям из Тирасполя, чтобы они нам позволили по хотя, бы, хотя бы нейтрально отнеслись. Но, к сожалению, мы получили отказ. То есть отказ категорический, что нет, эта территория, мы не должны переписывать, они перепишут, это не наше дело. И мы не захотели в этом случае просто э, пойти на конфронтацию, да? ну, просто ради так э, сказать принципа, что мы ну, давайте сделаем, но... Никакой вот если гарантии. Хочет, вот, если он один, он хочет вот, переписать. Но если он не на территории Республики Молдова, а живет в террасполе, в Рыбнице, в другом месте, он не сможет практически. Почему? Потому что перепись э, на этот раз, да, и в прошлый раз всегда принцип переписи территори территориальность. Нас интересует не общество, а общее количество граждан Молдовы. Ну, например, как те же граждане э, Молдовы, которые в Приднестровье, на выборах, да, они там не могут участвовать на участках там, э, да, в Каменке, но они могут э, перейти в и в там да, голосовать. Потому что их право, что они граждане Молдовы. Но переписи учитывает же население каждого населенного пункта. И вот мы не можем переписать там, что только 10 человек из там, Григориополя захотят переписаться. Ну или 100, или тысячи нам это не даст ничего, потому что мы узна не узнаем, а Григорепле, сколько людей вообще-то, а дома как перепишем, потому что все идет по, по логике. И сейчас э, на планшете, чтобы поняли, каждый переписчик имеет конкретный сектор, и с конкретными зданиями, и домами, то есть это э, четко определенно, и он даже другие не видит и не сможет, он только свой сектор может и увидеть, и переписать. И поэтому... Все идет э, от этого и для правильности данных. Почему? Потому что мы хотим территориально на самом местном уровне эти данные получить, а не какие-то общие э, такие данные, что вот у нас есть какие-то жители. Э, то есть типа, поскольку мы не можем обхватить эту территорию де-факто, да, не можем провести перепись там, э, э, в, в каком-то селе Колосово там, или в другом, мы просто не можем обеспечить этот процесс и не будет переписываться. То есть только если человек находится на территории, которая является подконтрольной республикой Молдова, даже если он там два месяца просто здесь, он будет учтен. Да. Э -э спасибо вам большое. Э -э к сожалению, так. Другого члена партии социалистов заинтересовал вопрос про живорожденных детей и количество беременности. На самом деле не только его. Я думаю, еще многие люди пишут об этом часто. Почему такие формулировки и зачем они? Да, про беременности. Беременных вопросов вообще нету никаких. То есть это не, не входит в, пер, в переписи и в методике переписи. А по живорожденных детей это тоже общий вопрос, который на всех переписях ставится. Он немножко такой сенсибельный, скажем, да, потому что имеется в виду дети, которые да, именно родились живыми. Притом это коэффициент фертильности, или как на русском сказать, да, он берется как показатель, демографический показатель, и он то есть, обязательный и учитывается для каждой страны. А он что, был раньше. Да, он был и раньше, и всегда он, он был, потому что. Да, четвертый. да, 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 это такой общий такой вопрос, э, он связан, то есть сколько э, детей родила э, женщина э, в течение жизни, то есть не имея значения остальные данные никакие, то есть просто статистически, да, и здесь уже определяется, вот на какой коэффициент, например, в Молдове по сравнению там с Таджикистаном, там или с, с Латвией, да, или с с францией то есть они различаются они показывают тенденции да они показывают вот общее такое э, состояние вот в этом э, плане э, надо сказать что в других переписях да есть даже более конкретные вопросы мы их не включили но э, во сколько лет родила впервые женщина это тоже интересный показатель узнать да вот впервые да когда родила и оттуда тоже берутся какие-то данные, вот сколько э, там других показателей. Мы оставили только один такой общий показатель, коэффициент, э, который, ну, как я говорю, некоторые вопросы просто обязательны по, по методике. И э, понятно, что э, они включены и в эту перепись, как и в других странах, как и в других переписях. Спасибо. Дальше. Девушка с номером телефона вместо никнейма пишет. Не буду диктовать номер. Пишет, даже при Сталине не было так страшно. Ни за что в квартиру не пущу, пусть штрафуют, штраф заплачу и на, на этом ауфидерзен. Отсюда вопрос, кто-то боится и контроля, как при Сталине, и, и мошенников. Как вообще убедиться, что к вам стучатся нормальные люди, а не переодевшиеся в переписчиков, мошенники или воры? Потому что ну, по, по раз, под разным предлогом можно зайти. Напечатать кепки с логотипами можно сейчас где угодно. Да, э, конечно, настороженность не, не мешает никогда и никому. Нужно э, в первую уточнить, что никто не обязан кого-то впустить в дом вообще. То есть э, планшет имеет ограничения, кстати, но это больше для ограничений для переписчиков, а не для людей, чтобы они не сидели на диване там и э, выдумывали что-то, чтобы они были именно перед домом. Да, зданиями переписали именно конкретные, да, э, э, людей там на месте. Поэтому э, радиус 150 метров, да, от жилища переписчик может переписать. Если дальше не сработает программа просто. Uh -huh. А это что значит? Это не значит, что нужно впустить в дом, там, в квартиру. И показывать ему, как она выглядит. Да. Э, некоторые, я даже, даже другие э, услышал, что кто-то вот сообщает, что... Переписчики зайдут, они посчитают сами, сколько комнат, если у вас ванная, посмотрит, если у вас туалет, посмотрит, если у вас кондиционер, нужно ему показать. Нет, это абсолютно не так. Переписчик, то есть человек может вообще даже э, во дворе, перед э, квартирой, на лестничной площадке, то есть в любом э, месте, который рядом, да, э, с, с этим, с домом. Э, пере, э, ответить на э, вопросы. Э, При том, нужно еще учитывать, что может ответить один член семьи для всех. За всех, точнее. За всех, угу. то есть не, не нужно, чтобы каждого вызвали, как на допросе, там, да, а ну-ка ты следующий, а ну-ка ты... Нет, это... И показывать, доказывать, что остальные жители и члены семьи дома тоже не обязательно? Нет, нет, абсолютно нет. То есть, если человек, он знает, и вопросы не такие секретные, ну, разве что там дата рождения, но, ну, наверное, все знают своего там мужа, жены детей, и детей, вот, скажем, дату рождения, наверняка, и остальные показатели, на каком языке обычно общаются, думаю, тоже это не секрет и понятно всем. Это первое. А на вторую часть вопроса, что да... У переписчиков есть форма. Конечно, она не такая внушительная, может, как у полицейских. Там есть кепка, есть и майка, есть вот такое жилетка, да, есть рюкзак, есть планшет, да, с логотипом. Ну, и есть удостоверение, конечно, да. Это главное как документ. У него какая-то есть отличительная черта? Э, да, удостоверение имеет вот это что-то Бюро национальной статистики, что-то перепись реченсаменту популяции, население, это имя, фамилия, это его должность, если он переписчик или супервайзер, там, да, печать, фотографию. Э, но можно удостовериться, то есть удостоверение каждый вправе потребовать, посмотреть, да, даже себе написать имя переписчика. И у особенно подозрительных у нас есть и зеленая э, линия, да, э, и можно позвонить э, и удостовериться, что действительно вот… Э, назвав э, имя, фамилию переписчика. Да, назвав имя, фамилию и, и улица, потому что каждый переписчик уполномочен только на данном секторе, он не может куда-то в другой части города ходить. Э, это во-первых. А во-вторых… Даже если более еще подраздительные, даже были такие случаи раньше, что сами люди говорят, я сейчас позвоню полицию, сейчас это что за безобразие, сейчас я вам покажу, э, да, могут позвонить и полиции, может прийти полицейский, да, и мы понимаем, что если какие-то фейковые переписчики, они э, этого не захотят и сами ис исчезнут, да, если это реальный переписчик, он только будет рад, полицейский приедет, удостоверится, да, и, про все закончится хорошо. И скажет, да, действительно это переписчики, действительно э, вы обязаны, да, участвовать в э, э, переписи. Э, ну, я думаю, как еще нужно, важно у -э, учесть, э, что если кто-то, да, с другими целями, конечно, его мало будет, э, ну, это слишком мало информации или какой-то полезной, что... Узнать, ну, он, скорее всего, захочет дом, какой, узнать... какой религии там или сколько комнат это даже вору не знаю что даст какой-то он лучше у него другие методы наблюдения мы знаем но если какие-то вопросы какие у вас доходы да какие у вас ценности какие у вас например предметы быта такие вопросы нету в переписи то есть если кто-то вот что-то заметит что какие-то вопросы странные вот и связанные с, с Деньгами, вот с этими, они не включены в перепись. Никто не спрашивает даже, какая у вас зарплата. Да, вот и количество такое не, не спрашивает. Спрашивают просто, какой вид деятельности, как, чем занимаюсь, какая профессия, в какой. То есть очень обширная, то есть это если врач, любой врач, любой категории, любого это профиля, если шофер, любой шофер нас не интересует дальше. То есть, что он, где он, как, сколько работает, сколько получает, куда ходит, ну, то есть это не, никому не не это в переписи не, не включено, поэтому людям должны понимать, что это вопросы все такие более-менее нейтральные и они никак не связаны с какой-то вот этими данными более такими ну вот собственно которые... подытоживая этот вопрос у нас есть имя фамилия, которые мы можем потребовать да, у нас есть зеленая линия на которой мы можем позвонить в случае подозрительном каком либо и у нас есть способ там, возможность вызвать полицию чтобы та убедилась чтобы сотрудники правоохранительных органов убедились в том что все в порядке да будут флайеры, и... вот эти все и люди даже там прочитают продокументируются увидят там и на основании всех законов конфиденциальности и так далее то есть кто Э, реально заинтересован и это и это полезно Надеюсь, это конечно, будет полезно для скептик. узнать да и там и номера телефонов э, могут позвонить то есть по, по ну зеленая линия это потому что она будет э, постоянно то есть а э, даже если хотят перепроверить пусть могут позвонить позвонить наше вот, э, управление переписи населения да э, бюро статистики у нас тоже есть данные мы, мы можем утвердить и проверить да сами сказать да действительно вот, так, вот такой человек это все в порядке мой любимый вопрос который тоже очень активно гуляет по социальным сетям это перепись и военкоматы очень много разных историй о том, комментариев о том, что наберут в армию, отправят в Приднестровье воевать, что будут пополнять таким образом молдавскую армию, потому что вот война в соседней, в воюющей соседней Украине. Вот даже Игорь Флоря пишет о том, что непонятно для каких целей или это подсчет людей для военкоматов. Пожалуйста, расскажите, какая в этом всем есть связь. Ну, в первую очередь, вообще никакого вопроса, который бы можно было увязывать с этим, с армией или с э, какой-то особенный вопрос для молодых э, парней, там э, отдельный, никаких таких нету. То есть э, никак это не интересует. Это в первую очередь. Во вторую очередь, то есть, к сожалению, да, происходят э, нехорошие вещи, да, э, близко к нам. Э, они затрагивают и наше психологическое состояние, понятно, в обществе. Это не самые лучшие времена, да, так скажем, даже последние десятилетия. И люди насторожены, да, напуганы, много неизвестного впереди. И поэтому и появляются такие, то есть, но перепись, то есть, она была и раньше, то есть, как, как сказал, то есть, и... и будет и дальше, то есть она не, не может ждать, что вот что-то, когда будет идеально, вообще не будут тучи и совсем и будет только ясное солнце, тогда мы проведем перепись. А, а, а во-вторых, база данных, то есть мы знаем очень хорошо, но ну, кто знаком, да, и с военкоматами, и вообще как эта система водится, мы знаем что-то вообще, с, начиная даже со, со школы, да, с учебных заведениях, все они учтены, да, то есть и все они имеются в базе данных. То есть, ну, поскольку у нас для женщин армии не касается, да, там девушек, а касается парней, то есть это определенный возраст. Мы знаем, что их и раньше вызывали, то есть и повестки были, и медкомиссии там были, и они проходили в советское время даже э, намного серьезнее, то есть и обязательном порядке, да, знаем, что это... В независимой Молдове это такое, довольно, я думаю, одно из самых таких э, э, либеральных, из, из всех э, даже стран вокруг, э, что связано с армией. То есть mm -hmm. практически э, обязанность такая, почти ее даже нет. Да, любой, кто, кто не, не захотел не, не хочет, не, не будет принужден никак. И с другой стороны, эта база данных, она существует, и для этого и существует военкомат. У них все эти данные давно есть, и они их учитывают, они ведут эти. И, как знают люди, э, даже к определенного возраста, военный билет этот у всех есть. Он. И для чего перепись? Потому что у них э, эти данные сидя, э, там, в компьютерах давным-давно, и они обновляются. И они могут вызвать в любой момент, если захотят, кого-то, и даже там отфильтровать по образованию там по медицинским комиссиям там да потому что сейчас базы данных из медицинских учреждениях есть у кого какие-то проблемы там понятно вот кто имеет постоянное уже со здоровьем они тоже uh -huh. появляются в базу данных в переписи это не покажет и переписи что что может показать просто э, э, возраст что столько-то людей такого-то возраста ну и, и дальше что это это не о чем то есть особенно для такой, когда нужно что-то узнать более специализированно, поэтому э, боязни здесь не вижу никакой. Э, если бы какой-то это хотелось, это могли бы в любой момент сделать какой-то переучет. просто э, без переписи, без ни, никаких и при том легально и без никаких этих и, и, проблем, чтобы даже в обязательном порядке. Но этого нету, к, к счастью и Надеюсь, вообще Молдова и не будет. Молдова не, не, не как она даже не не в состоянии и не должна вовлечься в каких-то конфликтах. Следующие вопросы два осталось их у нас угу. всего и они уже от нас в заключение. Хотелось бы узнать. Как получится штрафовать за отказ от участия в переписи? И вообще этот э, штраф, когда, когда ввели и зачем его ввели? Были когда-то в Молдове, может быть, прецеденты в этом отношении? Да, нужно сказать, что во всех странах мира перепись обязательна. И везде предусмотрены штрафы. То есть это ничего там особенного. И в том числе в Молдове, и раньше они были предусмотрены. Другое дело, что-то не уголовное какое-то наказание. Да, это... Контравенциональный, да, как административный. административный, да, вот э, э, по административному кодексу штраф, что обязанность человека участвовать в переписи и дать вот, статистические данные, когда э, они требуются. И, и поэтому даже никогда-то не было целью для переписи ставить штрафы, поэтому они не видны, и их как в исключительном порядке, потому что вообще даже целый механизм, он... Э, э, основан на том, чтобы убедить людей. Для этого будут пять, минимум пять посещений человека с просьбой, да, и убедить, если не переписчик не недостаточно убедительный, супервайзер подойдет. Если даже супервайзер не сможет, это может еще выше, да, стоящий, чтобы объяснить о важности переписи, что нужно в нем участвовать почему нужно и почему обязательно многие скажут потому что люди привыкли что ну это мое право я хочу пользуюсь не хочу не пользуюсь то есть ну, это и бывают права да, часто но, такое. но бывают и обязательства да, как мы знаем притом не все они может и даже нам нравятся обязательства но что поделать так так составлено. При том, вот это обязательство, другие обязательства даже, да, человек что-то реально как-то его задевает. Это никак не задевает, то есть он, он ничего не тратит на это, ничего, просто он должен э, ответить на эти данные. И перепись не может быть выборочна, потому что тогда оно было бы нонсенсом. Потому что если. Просто кто захотят переписаться, да, давайте перепишемся, мы ничего не получим. Если мы через дом, там, да, вот этот дом нам открыл, мы хорошо здесь все перепишем, а, а второй дом неизвестный вообще, что с ним, э, никаких данных не будут. То есть нам если нужна я... полная картина. Полная картина, вот как я сказал, как эта карта, да, как, как мы видим на, по карте, что все дома есть. Вот, подумайте, что если какие-то дома мы видим, а какие-то там это просто. Да, черная полоса там и ничего неизвестно. Это что нам дает? Ты ничего же не, знаешь, не, что не дает. Мы там, там не знаем, там, и, там дом или uh -huh. там э, огород или там что там. Э, поэтому для этого я обязательно, что мы не можем иначе... Оставить черный пятно. А, вот если, а... Я, вот если я вышел отвечать переписчику, я могу ответить и за себя, и за членов своей семьи. Да, конечно. А на, каждого будет, на каждого члена моей семьи в моем ответе будет полагаться по там, определенное количество вопросов. Да, есть общий вопрос. То есть вопросник составлен из четырех таких, э, э, как сказать, секций, да, или э, это первый, частей. да, частей, да, это вопрос про э, здание. И мы понимаем, если это э, если это многоэтажка, да, то это одно здание. То есть все, да, там даже если 400 квартир, все один вопрос только. Он короткий вообще, там несколько вопросов, только стены, крыша, год постройки, там, если есть пандус, э ну и, и Нет все. Пандуса. И все, да, то есть, ну, для В зданий только случае. для этих, да, которые ну, И Потом идет э вопрос для жилища, ну, понятно, жилище уже это, может быть квартира или может быть частный дом. Э понятно, что он тоже один. Угу. Независимо, там один человек или 10 человек угу. живут. Это один вопрос. Вопросник. Что позволяет нам ускорить процедуру, получается. Ну да, и потом, конечно, более детально, это вопросник по э, каждому лицу. Угу. Да. Э, и э, там уже должен, каждый является личностью. Угу. Поэтому, конечно, каждый учитывается, независимо от возраста там и и так далее. То есть там будет отдельный вопросник на каждого. Ну, с пометкой, что, конечно, если это дети, там ребенок дошкольного до возраста, конечно, он перескочит через кучу, э он, не будет у него там работа, там, и э чем занимается. И, и большинство и, вопросов какие-то, да. Ну, но они не, они не будут даже. Они по возрасту просто исчезнут, то есть перескочат через них. Если уже человек опять скажет там э э другие... Э Например, и, и, и при том есть даже некоторые вопросы, которые э, можно э, сказать не знаю, не де, даже э, не декларировать, если uh -huh. человек прямо категорически отказывается. Так, таких вопросов пять, по-моему, да, всего? Ну, есть такие, вот они связаны с этой идентичностью, идентичности, это на культурных характеристик да. Ну, конечно, желательно узнать всех, и это первый, важно для всех этнических общин и религиозных общин, чтобы они объявили о себе и знали, э, потому что Но им растет ли католическая да, им, им, им это полезно, потому что потом все будут требовать о нас больше, потому что если больше, то значит и, и больше прав, и больше да, возможностей должно быть в обществе. Э, то есть, ну там, ну, если категорически человек там просто не принимает такое, ну, чтобы не, не блокировать это, то это может не декларировать, даже может сказать, я не уверен еще вот в моей идентичности. Может, конечно, вот там знание языков, например, да, предусмотрено э, возможности. Здесь наоборот, например, нам э, посоветовали, много, многие настаивали. Я считаю, да, что это интересно, что не ограничить. Кто-то знает 10 языков, кто э, иностранных, ну, других. Э, но они ограничены к трем языкам. Ну, тоже, чтобы ограничить немножко и времени, да, и по количеству вопросов. Но э, показатель в чем здесь? Показатель интересный и полезный для Молдовы. У нас довольно такое уже поле... Много полиглотов. Из-за чего? Из-за того, что не только что учат в школах какие-то иностранные языки, там, английский, французский в основном, да, но из-за того, что у нас очень много людей, которые вернулись из Португалии, да, из Италии. У нас большой процент людей, которые знают хорошо итальянский, португальский. Греческий кто-то знает. Там, немецкий. Там, немецкий. Да, кто-то знает, да. Шведский. Евреи, возможно, тоже. Евриты -то да, знают, э, притом не только евреи. А это а важно. Кто, а кто, а кто работали в Израиле много лет, да, вернулись, они знают. То есть, а это показатель что? образованности населения, да. Это показатель, что можно вот, например, какие-то компании из Италии подумать, а нам мы хотим инвестировать в какой-то там, где там. А вот в таком-то селе там... 30 знают вообще итальянский угу. хорошо. Почему? Потому что все они работали в Италию, вернулись там вот это и это значит благоприятная почва, знаете, потому что эти особенности. Поэтому призываем всех, чтобы они свободно объявили и это в пользу. То есть даже они многие не даже не подозревают, где Насколько это может это полезно, важно. для чего это вообще ерунда. Нет, это это может полезно где-то, где мы даже не ожидаем, но но будет важно. И конечно вот Поэтому, ну, там есть даже варианты, например, даже где родилась мама, где родилась папа. Есть и вариант не знаю, да, где человек реально не знает, да, может. Он не был в контакте, да, там, с родителями, и он просто да, там, да, не знаю, я, где, откуда. То есть, конечно, это все есть. Все учтено максимально, чтобы оно отражало реальности людей нигде не беспокоило, чтобы, то есть там... не обязывала к чему то особенному ха хорошо последние вопросы я вас отпускаю потому что мы уже так плотно пообщались о, о переписи достаточно хорошо на мой взгляд и вопрос По всем предыдущим вопросам, угу. э, по всем скриншотам, которые есть э, на экране у зрителей, которые, из которых я читал для вас информацию, да, э, очевидно, что на перепись сильно обиделась оппозиция, а особенно открыто пророссийская. Да, речь идет о партиях, э, аффилированных Ирл, Илону Шору, ко партии коммунистов, социалистов и так далее. Как вы думаете, почему так вышло и... Искренне ли это негодование? Почему кому-то кому может быть нужен провал переписи? Ну, может это, знаете, как все привязывают все к политике. Я бы сказал даже к счастью, что Национальное бюро статистики, вот даже я, который задействовал в этом процессе именно только из-за того, что важность переписи и качество переписи, я могу констатировать, что... Национальное бюро статистики делает свое дело только по профессиональной части, и к политике вообще не привязано. Вот. И это очень хорошо и очень важно. И, конечно, политические устремления да, партии по-другому имеют логику. Они, у них конкуренция, борьба там, для выборов. И, конечно, любой провал, какой-то мероприятия, которое организовывает, ну, условно говоря правительство да э, выгоден да, оппозиции которые да хотят подменить это правительство и, и так далее но с другой стороны то есть оппозиция -то больше парламентская как я понимаю да у них тоже были свои механизмы то есть в парламенте были дискуссии про переписи да э, да в комиссиях разных э, вот, публичные то есть они они могли даже прийти с предложениями, да, с высказыванием, даже с критикой какой-то э, в процессе организации переписи. Да, угу. переписи. И, наверняка, мы бы учли, даже если какие-то они были конструктивные, там и полезные. Э, поэтому, но что-то мы ничего не заметили, какую-то реакцию особенную, или какие-то обращения официальные, письма, чтобы мы получили, что вот там-то, там-то, разъясните. Но мы с радостью, то есть всем, кто нам написали, даже, даже самые странные такие... Иногда э, требования или вопросы, но мы стараемся ответить и просто аргументировать и со всеми возможными, то есть э, э, аргументами, которые могут подтвердить или опровергнуть и то или иное э, через аргументы, которые есть для переписи. А так просто э, не документируясь, не спрашивая даже э, суть, да. А критиковать, там, высказываться, стать экспертами. Мы же не все э, сейчас понимаем всякие разные э, реалии, да, там, э, если это в какие-то глубокие экономические процессы там, или какие-то там, да, культурные там, или другие. То есть не, не все мы специалисты во всем. Э, и при том вот эта э, статистика да, тоже имеет свою специфику. И здесь, конечно, задействованы люди по, по профессиональной части и пытаются это организовать как можно э, лучше. лучше но учитывая вот как я сказал мы уч, учли даже у, иногда даже мы были не согласны но в конце вот приняли потому что это были настойчиво это было что-то вот диалог такой э, да где-то вот компромиссные решения чтобы да чтобы было то полезно обществу в целом. То есть не только вот организации этим учреждениям, но, но совсем даже неправительственным, которые сами тоже заинтересовались переписи вот, и попросили, потребовали там разные аспекты, чтобы были внесены или были корректир корректированы. Понимаю. Поэтому мы призываем тоже в том числе и всех политиков, тем более которые понимают, что вот, из, что сказал я изначально, если была бы любая партия у власти, любой бы правительство, они бы тоже были в, все так, равно в той, равно в той же си бы, ситуации. В той же ситуации, да? тогда их бы критиковали, тогда бы другие и валили на них все это грязь, что вот вы именно какие-то у вас цели какие-то другие, там, все это связывать с чем-то другим, но поэтому здесь ни при чем это, и не должно. Это а нужно вот наоборот здесь консолидировать общество и не только правительство, но и все остальные, то есть и политические силы, партии, чтобы здесь они же все хотя бы по лозунгам все желают процветания Молдовы, да, все хотят лучшей жизни, все хотят вот, чтобы все было более так понятно и без того, чтобы знать, какие у нас реальные мы дальше не, не сможем, не не сможем двигаться, поэтому это это пункт, изначальный пункт. Что у нас есть? Я даже бы сказал, вот и даже утверждаю, так и на, когда общаюсь с людьми, и в селах, э, каждый хозяин же имеет свою перепись, да, в квартире там и в своем хозяйстве, да, он же знает, он не живет так просто, а там сколько у меня, да, неважно, сколько там, а сколько там, а сколько я получил, а сколько не получил там, да, или э, что приобрел, да, или сколько у нас тем более членов семьи, да, если пополнила семья, да, это же важное событие, мы знаем, нас пятеро, да, все знают это хорошо и, и, и нота микродаты, да, то есть которые известны каждому личностно, а мы должны этот пазл объединить, чтобы мы имели общую картину, сколько нас в общем, в нашей общей семье, в нашей общей хозяйстве, которое называется э, Дом -дом. республики, Молдова. И потом этот пазл еще дальше будет складываться, сколько в Европе людей, сколько вообще э, на земном шаре людей, откуда они берутся все эти данные, которые вот важны в любом учебнике, да, там начиная географии, истории, да, эти данные же и, и школьники должны знать, сколько у нас населения на Земле, сколько населения Молдовы, а какое это население, да, кто у нас живут по этносу, по религии, по возрасту, да, сколько женщин, сколько мужчин, да и так далее, то есть э, эти же данные, такие даже э, многие не, не поддумывают над них, но они же везде их черпают и с учебников и школьных парц. а как мы их найдем, просто так, чтобы мы как-то какие-то эксперты и просто мы свои какие-то теории сейчас скажем, ну у нас вот столько-то, но это не будет не обоснованно, об, ничем обосновано, нам нужно обоснование вот именно и это является единственным шансом, это перепись. Спасибо вам большое. Ну что, в завершении напомню, что с нами сегодня в студии подробно ответил, прокомментировал каждый вопрос, даже не наш, а наших зрителей, читателей, политиков. Дарин Лозавану, глава отдела переписи из Бюро статистики Молдовы. Спасибо вам за это большое. Ну и от себя лично хочется добавить, что без знания о том, что есть сегодня, у нас не будет будущего. И об этом, наверное, очень много тоже стоит говорить. Всем спасибо. Не забывайте подписываться на нас в YouTube, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме. Нам можно помогать. Это может быть единоразовая выплата на нашем сайте, а может быть подписка на Patreon. Всем большое спасибо. Пока.